один из тех фильмов, которые воскрешают веру в актерское мастерство и искусство повествования. Дэвис Клиппер. Привет, милый. Привет, Катрина. Мне надо тебе кое-что сказать. Что такое? Я не вернусь домой. От сценариста фильмов «Порок на экспорт» и «Грязные прелести». Ожидание вызова. Говорит Айван Лок. У нас тут проблема. За всю операцию несешь ответственность ты, но тебя даже нет на месте. Я не передумаю. Пап, ты вернешься? Шон, кое-что произошло. Я хочу, чтобы ты держался молодцом. Ночь будет длинная. Нам грозят убытки в сотни миллионов долларов. Слушайте, я все улажу. Я пытаюсь поступить правильно. Одна ошибка, и весь мир рушится в мгновение ока. Ты когда приедешь? Я должен все исправить. Айван, ты уволен. Пожалуйста, не надо. Ты где? Мне было 23 года. Чего ты ждешь? Не угрожай мне! Они сказали, это еще не конец. Все катится к чертям. Я сделаю то, что должен. Совсем рехнулся. Я действую по плану. Ты меня слышишь, Айван? Айван. Фильм пульсирует мощью вечных тем. «Тайм-аут, Лондон». Том Харди. В фильме... Привет, пап. Ты приедешь домой? Лок. Скоро на экранах.